Хамаги, ассаламу алейкум, всем здравствуйте. Новый проект нового дома находится на Мирзо-Лобковском районе, улица Циолковского, 5 соток, цена 550 тысяч. Дом еще до конца не докончен, поэтому на некоторые нюансы не обращайте внимания. 7 комнат, общие 3 уровня, цена этого дома 550 тысяч. Как заходите, с левой стороны у нас кухня. Полностью установлен теплый пол. Кухня сделана вот такие вот потолки. Такая вот красота у нас. Во дворе двор не полностью в готовности. Так я вам обзорно покажу. Здесь место для летней террасы. Там сделана летняя кухня из натурального гранита. Здесь кухня также тоже не до конца еще сделана. Полностью столешница из натурального камня. Вот такой расцветки. Такой необычный потолок. Здесь вот кухня. Здесь осталось установить столешницу. Уже, в принципе, устанавливают. 2-3 дня будет готово. Такие вот все. Автоматически. Такие вот у нас получаются шкафчики. Здесь будет раковина. Газовая плита. Вытяжку уже привезли. Здесь также такие вот. Идем дальше. Это натуральный гранит полностью. С этой стороны и слева, и с правой стороны сделан натуральный гранит. Идем дальше в зал. Еще также должны установить ручки. Такой красивый зал. Это натуральный камень. Он светится. Я сейчас выключу свет и покажу вам. Такой у нас зал. Летний есть бассейн. Такие вот очень интересные обои. Все обои итальянские. Люстра. Вот я сейчас выключу свет, посмотрите. Вот так он оснащается. Очень необычно. Все оттенки использованы в светлых тонах. В каждой комнате есть свой санузел. Здесь у нас взрослая спальня, родительская комната, можно сказать. Здесь гардеробная. Гардеробная большая. Здесь санузел. У всех комнатах большой санузел. Рама такого необычного цвета. Не как сероватого оттенка. Дальше идет санузел. Здесь общий санузел. Трамп, ВД. Все есть. Вот. Место для стиральной машинки можно, в принципе, поставить на усмотрение. Дальше у нас также есть еще одна комната. Получается, внизу у нас зал, спальня и вот такой кабинет, либо кто как ее хочет для использования. Кабинет, комнату. Вот. Идем дальше на второй этаж.
Дальше идем на второй этаж. С двух сторон у нас есть оснащенность. Такие вот у нас потолки. Здесь у нас 3 спальни, 1 зал, дополнительный зал. Здесь вот такая комната. Во всех комнатах есть санузел, свой отдельный санузел. Необыкновенные люстры. Санузел. Душевая кабина. Дальше. Так. Это большая комната, спальня, гардеробом и со своим санузлом. Такое вот необычное. Очень интересная обоя. Сейчас так вам поближе покажу. Здесь гардеробная комната. Очень удобно, если у вас две невестки, либо большая семья. Это санузел. С подсветкой. Здесь у нас ванная. Я и говорила вам, ну, как второй зал можно использовать. Например, мужчина внизу, женщина наверху. Вот такой у нас зал. Он очень большой. Где-то здесь 60 квадратов. И вот такая у нас терраса еще. Здесь есть теплый пол. Сейчас я вам небольшой кусочек покажу низ. Вот он. Двери везде светлые. Здесь общий санузел. Еще, правда, до конца его не сделали. Технику, да, сантехнику до конца не установили. Еще очень удобно сделали розетки вот такие. И последний у нас на втором этаже. Это вот такая интересная комната. Для девочки можно использовать ее. Такая вот. Необычная люстра, подобрана под обои. И санузел. Последний этаж. Цокольный этаж. Смотрите, тоже здесь 5 комнат. 5 больших комнат. Без санузла. Такая вот комната. Для бильярдной. Можно использовать для, как сказать, тренажерной комнаты. Она позволяет. Так, с левой стороны у нас котельная. Такая вот котельная. Подача давления отдельно каждого. Котел. Здесь вот такая вот комната. Везде проведены для телевизора.
Есть окна, чтобы циркуляция была, вентиляция, циркуляция. Дальше у нас идет холодная комната. Либо гардеробную комнату можно сделать. И очень интересные обои. И вот такая вот комната. Все на свое усмотрение. Так, внутрь дома закончилось. Вот такая вот наша красота. Звоните по телефону 90-39-6400. Риэлтор Сабина. Дайте нам кусочек сейчас фрагмент улицы покажу. Вот так вот. С левой стороны у нас бассейн летний, туалет. Здесь будет зеленая зона, теплый гараж. Здесь кухня.